конечно, от отношений сейчас хочется получать кайф. Ну, давайте все посмотрим правде в глаза. Зачем нужны отношения? Для того, чтобы от них получать кайф. А как его получить, если, все, значит, вот в этом состоянии, значит, с пулей в башке. Второе, значит, все стали очень эгоцентричны. Вот. Дальше. Всем сказали про личные границы. Непонятно, где они проходят. Да? Значит, Но всем... их нужно уметь устанавливать. Да. Да, это, как мы знаем, даже на уровне стран, понимаете, сейчас представляет проблему. Вот, что уж говорить про что-то другое. То есть мы находимся в такой дезориентации и так далее. И мне кажется, я могу быть неправ, да, но вот отношения, по идее, должно быть место, где ты от всего этого можешь, как бы, ну, если не спрятаться, то, по крайней мере, получить, ну, радость какую-то, бытия. Вот. И это есть цель. Доверие и ожидание того, что моя вторая половина не полупопия, вот, а человек, с которым мне в кайф жить.